«Человек эпохи» – эти слова об Андрее Дмитриевиче Сахарове, советском физике-теоретике и лауреате Нобелевской премии мира. В Доме культуры 1 мая открылась выставка, посвященная жизни и деятельности ученого. Выбор места для выставки у организаторов не стоял. В период Великой Отечественной войны Андрей Дмитриевич был направлен на патронный завод на Нижней Террасе. В Ульяновске он познакомился с первой женой, и здесь же родился его первенец. Андрей Дмитриевич Сахаров – это первый почетный председатель нашей организации «Мемориал». Во-вторых, Сахаров с 42 по январь 45 года находился в городе Ульяновске, работал на патронном заводе. Первая жена, первый ребенок был рожден как бы у нас в Ульяновске. На 18 информационных стендах интересные факты из биографии академика, его научные открытия, а также история его обширной общественной деятельности. С экспозицией уже ознакомились ученики местных школ, работники патронного завода и общественники. Выставку обещают оставить в Доме культуры на постоянной основе. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.